На этой неделе глава города, исполняющий обязанности главы администрации Олег Грищенко и Алексей Прокопенко, соответственно, продолжили прогулки по Саратову. Вслед за Кировским самый большой и проблемный район – Ленинский. Главы контролировали район, а за главами наблюдал Михаил Дерешев. Привычная уже картина. Глава города Олег Грищенко и глава администрации города Алексей Прокопенко в окружении районных властей и разномастных помощников выходят в люди. Сейчас они бродят по Ленинскому району на его окраине у парка на 6-м квартале. Глава района Валерий Сараев объясняет. Вот здесь рынок, вот здесь муниципальная земля, вот здесь аллея героев. Сами герои не замедляют появиться. Местные жители, сообщая, интересуются, когда поставят скамейки, когда уберут мусорные кучи, которые они намели на памятном субботнике полтора месяца назад, когда вообще будет порядок. Мы для этого сюда и приехали, чтобы посмотреть все проблемы, которые у вас в районе сегодня есть, чтобы обратить власть на это внимание, чтобы этим заниматься. Спасибо. Да спасибо, не за что. Мы как сделаем? Заранее. Как сделаем? Нет, в школе вызвал, что все. Вы вроде такой. Не такой, как все, да? Парк на 6-м квартале один из самых крупных в городе. 7 гектар, 100 тысяч жителей вокруг. И этот парк один из самых неухоженных и заброшенных. Очередные ларьки на входе, какой-то зоновский забор на огромной площади. Глава района Валерий Сараев пытается объяснить, что вроде забор относится к рынку для стоянки. Я вот не думаю, что когда стоянку подписывали, чтобы такой забор решили сделать. Чуть дальше глав города берут в оборот женщины со своими чаяниями и воспоминаниями. Где наш бассейн и фонтаны? Мы вот помним еще свое вот маленькое помещение. Там вот маленький бассейн, маленькие дети вообще приходили. Чистая вода была. Там вот где мостик. В глубине же парка местность, похожая на какой-нибудь брошенный город Припять. Ржавые остовы спортивных снарядов, пугающего вида сооружения. Ужас вообще просто, да? Даже на единственном островке благополучия в парке, уголке аттракционов, и то обнаруживается какая-то инородная дрянь. Слушай, а кто додумался билборд здесь поставить вообще? Мне просто интересно. Разберемся. Уберем, конечно. Не дай бог свалится здесь на детей. Глава Ленинского района Валерий Сараев к юбилею района 2 октября обещает все исправить и облагородить. Вообще Сараева никто ни в чем не винит. Он заступил на должность главы Ленинского меньше месяца назад. До этого район планомерно и настойчиво убивался. Пресловутые свалки, хаотичная торговля, отсутствие детских площадок, разбитые дороги. Даже место, где главы города встали сказать слово, красноречиво характеризует весь район. Ленинский район самый грязный и самый неблагоустроенный район города Саратова. Поэтому, в общем-то, сюда и был направлен один из самых лучших глав на сегодняшний момент, Сараев Валерий Николаевич, для того, чтобы, как кризисный менеджер, как у нас любят говорить, чтобы навести в этом районе порядок. Наша задача сейчас не дать задание, потом через два месяца приехать на контроль и удивиться, там сделал, не сделал. Да нет, так не пойдет. Мы контролировать будем каждый день. И даже не контролировать, а организовывать. И вот именно в этой организации ежедневно заключается наша сейчас работа. В общем, Ленинский район был пятым по счету в инспекционных поездках. Остался Фрунзенский. А когда проинспектируют и его, пойдут по второму кругу.